Впервые за 6 лет амичи смогли улететь на курорты Египта прямым рейсом. Первый борт авиакомпании «Северный ветер» отправился в Шарм-эль-Шейх в 3:30. Напомним, с 2015 года после теракта на борту российского лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с этой страной. В 2018 году летать российским компаниям разрешили, но только в Каир. Из Омска в столицу Египта также можно было улететь, однако сегодня этот рейс уже не выполняют. Сейчас туристам, чтобы попасть на курорты Египта, нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, а привитым от коронавируса предъявить сертификат о полной вакцинации. Следующий рейс в Шарм-эль-Шейх из Омска запланирован на 28 сентября. В туристических агентствах отмечают, что спрос на туры в Египет есть. Это хорошая альтернатива турецким курортам. Наконец-то это потихоньку восстанавливается. То есть он полностью был распродан, там не было свободных мест. Жалко, конечно, что они первый рейс в Хургаду 20 сентября сняли, потому что почему-то не загружался, они переживали, что он был пустой, полетит, и сняли. Поэтому Хургада первая из Омска напрямую тоже у них полетит. Но 1 октября на Шарм-эль-Шейх, получается, вот первый вылетел, следующий 28 сентября. Спрос на Египет есть, Турция дорого стоит, на Турцию мало мест там остается. Поэтому, в принципе, сильно дешево, не думаю, что будет стоить. Тем более нормальных других прямых, особенно из Омска, направлений зимних-то толком и не открыто.